Ку прицельні планка каліметра, я говорю. Чи виразився? Серджі бажах, чи це пам, зеньки з пагу. Предохранитель подними. Ну сейчас будем интересно, что будет. Как? Я сына не родила, но, конечно, вот это материнское чувство ко всем этим ребятам, которые сейчас моим сыном могли бы быть. Вот это материнское чувство такое во мне пробудило. Я сама не знала, что вот такое пробудиться во мне может. И я не буду бояться ничего, никогда не участвую ни в каких военных действиях. И не жить в лагерных условиях. И... То есть никогда этого не было. Но очень быстро... Все это у меня получилось. Сейчас я хочу быть снайпером. Это самое первое, что я хочу. Это глаз. Не лоб, в рот, глаз. Да, и поцарь. Здесь нет. У нас есть место для следующего. Если что, я с командиром удачи, если что, поедем. Если хочешь победить, если хочешь защитить свою родину, свои границы, значит, как один человек, все, и женщины, и мужчины, несмотря кому сколько лет, кто может себе позволять прийти сюда, взять ружье, они должны прийти, воевать, защищать родину. Точно, Володь, знаешь?